Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня в гостях у нас депутат городского совета Нестеренко Дмитрий Анатольевич. Опыт работы депутатства имеет, но все равно несколько слов из его биографии. Дмитро Нестеренко. Политическая партия «Опозиционная платформа за життя». Рик народжения 1975 Освіта вища, одружений, у Славутичі проживає з 1988 року, працює на Чорнобильській атомній електростанції, депутат 6 7 та 8 скликань. Дмитро Анатолійович, я понимаю, что вы уже не первый год депутат, поэтому у вас есть с чем сравнить. Вот как вам работается первый месяц нового созыва? Первый месяц начался у нас сложно. э всегда вибори секретаря И первое распределение, вы же обладаете большим опытом, вы были депутатом ни одного созыва, поэтому знаете, но, по моему мнению, более сложного начала, как в этот созыв, у нас еще не было я бы сказал, более непредсказуемого. Непредсказуемого, да, соглашусь. Мне казалось, что с первого раза не получится. Вот мне вот почему-то казалось, что ну, сейчас будет пробный шар, ну, на следующую сессию, на следующее там, эм, собрание или как бы там, мы, у нас что-то получится. Ну, получилось с первого раза, на удивление. Посмотрим, к чему, к чему это приведет. Хорошо, выборы прошли, ну, вы знаете, по партийным принципам, они всегда проходят по партийным принципам. Для вас вот это вот партийное влияние, оно остается по-прежнему на первом месте? Или все-таки интересы слова с вашей точки зрения, это важнее. Для меня важны интересы славучан, но при этом партийная принадлежность моих избирателей тоже имеет большое значение. И э, я буду всегда действовать в интересах тех избирателей, которые голосовали прежде меня по политическим, в том числе, мотивам. Но там же все равно не 100%. Ну, во-первых, вообще у нас как бы на выборы пришло там 35%, то есть всего одна треть. И остальные интересы остальных избирателей вас вообще не интересуют. Меня удивляет, почему такая низкая явка стала в последние годы. Я могу. Э, Пытаться объяснить, почему это, людям давайте, просто это надоело, конце, да? Да. Давайте мы в конце зададим этот вопрос, пока поговорим это... просто о, о нынешней жизни, и как она работает в новом депутатском корпусе. Основные проблемы развития города. Вот какие вы назовете. Вот три вещи, которыми депутатам городского совета нужно заняться в первую очередь. Что нужно сделать и в каком направлении помогать, как э, делать так, чтобы в Славутище стало жить веселее и лучше. Мое мнение, что необходимо Убрать те э, оставшиеся за вниманием людей, назовем так, косячки, да? на, которые, на которые люди обращают внимание, приезжая в наш город. То есть, вокзал встречает нас, недостроен. Рядом находятся развалины. Да, развалина баня, вы имеете в виду. Это, да. Это уже а, людей, которые приезжают в наш город и которые а, посещали его ранее, удивляет. Как так? Да. Вы встречаете нас с таким видом? Да, как, как и раньше, как и много лет назад. Могу вам да. сообщить приятное известие, насколько мне известно, вроде бы как гостиницу уже купили. То есть уже будут с ней что-то делать, но вот мы никак не можем встретиться с теми, кто купил, вот насколько это серьезно. Может быть, их просто заинтересовала низкая цена. Возможно, но мы уже в прошлой каденции, в которой вы в том числе участвовали, рассматривали такие варианты, что может быть это здание действительно отдать за небольшие деньги, только бы у нас не было этого недостроя, который опасен сам по себе, портит внешний вид города и привлекательность инвестиционная города, который встречает тебя развалинами, тоже вызывает, мягко говоря, сомнения. Не, но ну, если приехать не на электричке, скажем, то вокзал вроде как и тебе и не нужен. Даже Хорошо. если на машине. Но на машине ты же не обязательно через вокзал едешь, через центр, в центр города. К вокзалу не подъезжает. Комитету подъезжая. Ну, а там не видно. Э, все равно бросается в глаза, что хорошо. Это за странный ладно. объект. Да, хорошо. Вот мы э, заговорили об инвесторах, а вот с вашей точки зрения, э, как э, сделать лучше привлекательным, чем привлечь инвестора? Ну, чем не надо привлекать, мы уже с вами разобрали. Инвестора прежде всего можно привлечь э, условиями. Э, это налогообложение это удобство транспортной развязки, в связи с чем возникает у меня большие сомнения правильности, я голосовал против в прошлом созыве, не скажу сейчас как вы, за демонтаж железнодорожных путей на промбазу. Да? То есть это уже ну, как бы такой фактор, который ограничивает возможности. То есть вот такие вещи, которые достались нам бесплатно, мы не должны уничтожать. Ну, конечно, да. Если бесплатно, что? Надо просто сохранить. Может быть, просто денег нужно было вкладывать слишком много. Я как бы в эти тонкости тоже не вникал. Ну. Может быть, ладно. Ну, раз уничтожили, значит, э, будем считать, что там нет железной дороги, хотя, как бы, ну, там можно остановиться, там машиной подвести, там, рядом, собственно, площадка. Хорошо. А почему вы выбрали именно бюджетную комиссию в этом году? Я работал в бюджетной комиссии в предыдущем созыве. В предыдущем в. тоже, да? Да. Я не обратил внимания. Да. Хорошо. Я был секретарем бюджетной комиссии. Угу. Чем вас привлекает именно бюджетная комиссия? Деньгам ближе. Как депутат понимаете, что никаких денег... Я-то понимаю. Особенно давайте, те, давайте которые. Давайте зрителям падают. объясним. Зрителям это есть возможность э, рас, распределения средств, чтобы они расходовались э, в том направлении, в котором хотелось бы все-таки э, больше э, привлечь э, те же самые налоги наших славучан и чтобы они были использованы максимально эффективно. Вот мы заговорили об эффективности. Вы знаете, что у нас есть проблема с КП ЖКХ, оно там в судебном состоянии. Кстати, по-моему, чуть ли не сегодня должно было состояться судебное заседание по поводу дальнейшей судьбы у ЖКХ. Ваша точка зрения, что делать с этим предприятием, которое там обросло бешеными долгами? И в то же время остаться с теплом. Тут же важно еще, ну, хорошо, разберут его по кусочкам, откуда тепло будем брать. Теплосети их. Ну, на самом деле его уже разобрали по предприятиям, да? И в последнее время у нас возникают вопросы, а правильно ли мы это сделали, Aha. и настолько ли это оказалось эффективно из-за того, что административные расходы на созданные предприятия понимаю, там, там а -а -а да? убирают а -а львиную долю дохода. То есть это на самом деле спорный момент. Стоило ли его делить до того момента, пока а -а не была его определена судьба uh -huh. в дальнейшем. То есть если сейчас окажется так, что его э, придется пускать с молотка, к сожалению, по законодательству это может зацепить и вновь созданные коммунальные предприятия. Нет, там, по-моему, как-то хитро создано, что вроде бы как вот, человек, который курирует это дело, он на это дело разрешил. То есть ни один кредитор не оставит э, свои долги. Просто так. Такой неожиданный переход. Славутич, это все-таки Киевская или Черниговская область. Причем депутаты отвечают по-разному. Кстати, что сам... территориально, конечно, мы находимся в Черниговской области. Да? Возникает э, э, закономерное желание, э, что мы могли бы присоединиться к Черниговской области и облегчить свое существование. Э, в пику этому есть ряд моментов, э, в том числе то, что Чернобыльская с находится в Киевской области, да, да, да. и довольно-таки серьезная часть бюджетной составляющей вот, вот, не будет вот, вот, отпущена Киевской областью просто да, так. Да, Это уберет да. из бюджета Славутича серьезную часть дохода, До 45%, да. Плюс ко всему, если сейчас мы находясь в Киевской области получаем определенные там субвенции и Понимание, которое уже годами установилось между нами и депутатами областными, да? Войдя в состав Черниговской области, возникает вопрос, не захотят ли они эти налоги использовать более удобно для себя? Конечно, захотят. Это я, это, я, это я могу вместо Черниговской области ответить. Мы тема привлекательность, что мы как бы внешне такой лакомый, дорогой кусочек. Да. Вот, поэтому хотелось бы все-таки... Ну, это ваша точка зрения, я тут уже не депутат, не буду вам как бы перечить, тем более, что я с вами совершенно согласен. Смотрите, у нас сейчас проблемы существуют в определенной медицине, ну, вроде уже меньше, чем было раньше, но тем не менее. Вот стареет наш город постепенно, вы знаете, что раньше была рождаемость 300-400 детей в год. Ну, я помню год, когда было 600, когда были классы Д, Е, e, по-моему. Mm. Сейчас so, вот я узнал сумасшедшую статистику. За первые 10 месяцев 2020 года у нас родилось 80 детей. Ну, просто, я уже не знаю, ниже некуда опускаться. Вы считаете, что роддом нашему городу нужен по-прежнему? Я считаю, что роддом нашему городу нужен. Если мы Род... рассуждаем о городе <связь> майбутнего... <связь> Мы должны Славутич оставить городом. Город прежде всего от поселения отличает это вопросы безопасности существования, в том числе безопасного появления на свет маленьких горожан. Я понимаю. Но если мы заговорили о безопасности, вы же понимаете, что, условно говоря, хирург или врач, который принимает там по 10 операций, ну, скажем, в неделю, значительно опытнее и эффективнее чем человек который принимает одну операцию или роды скажем там в, в, в полмесяца Я с вами согласен при этом еще в прошлом созыве обсуждались моменты, что много черниговских врачей изъявляло согласие в дежурном режиме работать, работать у нас. то есть для дежурного хирурга если он готов к этому, абсолютно никакой разницы нет. То ли он будет ехать во вторую условно больницу, то ли он будет ехать в Славутич. Если ему будет комфортно работать, он будет ехать в Славутич. Возможно, если у нас появятся более комфортные условия существования, он даже переедет в Славутич. Ну, Возможно. Вы, тут, вы, тут не в, факт, но... вы тут оптимист, скажу я вам. Хорошо, еще такой э, пессимистический вопрос. Вот наш город постепенно стареет. Ну и потому что рождаемость падает, и потому что молодежь закончит школу, уезжает, да, поступает в вузы, в институты и не возвращается. Что может сделать депутатский корпус, чтобы все-таки молодежь возвращалась? Это как раз я вернусь к тому, что сказал чуть ранее. Если у нас будут благоприятные условия в городе, что такое Благоприятные, Благоприятные условия кровати. для да. молодежи. Да. Это прежде всего мамам с колясками должно быть комфортно перемещаться по дорожкам. Ну, да? Да. Должно быть светло. Да. Должно быть безопасно да. в любое время суток. Если у нас будут эти безопасные условия, это придумано давно. Есть такая пирамида Маслову. Угу. Наш бывший соотечественник Аркадий Маслов, уехав на запад. Создал ее, да, пирамида потребностей. На базе стоит безопасность. Если у нас будет безопасно, у нас будет приток граждан. То есть, да, люди, которые чувствуют в себе силы, что они могут развиваться далее и хотят этого делать, да, потому что режим в мегаполисах он довольно-таки бешеный. Неоднократные примеры есть того, что люди уезжавшие из Лаудича потом в него возвращались. Так вот, если у нас будут безопасные условия существования, то у нас будет приток людей. Хорошо, вы понимаете, я с вами согласен о том, что воспитывать, условно говоря, ребенка, э, в Славутища вообще идеальный вариант. Детские сады сумасшедшие, в школах там такой недобор, что там чуть ли не по одному учителю на, на 10 человек. Э, согласен. А вот что делать э, молодым семьям, им же на как-то надо зарабатывать. Я вот к этому склоняю. Что будет после того, как человек закончит школу и уедет, как его вернуть обратно? Я понимаю, что жену он может как бы привести сюда, в Славудич, она будет здесь там с коляской ходить, но муж должен где-то зарабатывать деньги. Или мы будем вот городом пенсионеров и мам? К сожалению, сейчас ситуация такая во многих городах Украины, что половина семей является гастарбайтерами. Это печально, но такова политика последних лет, что людям просто выгоднее уезжать за границу, не будем говорить, в какие страны, все это прекрасные сами знают. При этом все равно люди, уезжающие за границу, оставляют здесь свою базу. И, опять-таки, возвращаясь к сказанному ранее, если у нас будет комфортная база, те же люди, которые работают за границами, сделают эту базу здесь. Ну, хотелось бы у вас так оптимистично взгляд вообще на будущее. Ну, такой городок пенсионеров, коим я уже являюсь, а городок молодых нет? мам почему вот, и, нет? и, приезжающих дорогих, значит, богатых гастарбайтеров. Ну, может быть, может быть. Хорошо. Вот, возвращаясь к теме медицины, э, ну, один из приборов, который, ну, как считает наш генеральный директор и, и главный врач, о том, чего не хватает нашему э, ну, медгородку, это компьютерный томограф. И вроде бы даже сейчас собираюсь обратиться к слову Жителям нашего города, что вот есть ну, как бы спецфонд, Славучий Чернобыль развития Есть четыре страны, которые готовы уже э, ну, вкладываться в этот спецфонд и помогать приобретению компьютерного томографа. А, с вашей точки зрения, это реально. Вот может Славутич тоже дополнительно и помочь, чтобы компьютерный томограф появился в нашем городе? Это большая сумма, я сразу говорю. Это речь. Я знаю эту возможность изучали еще в. Предыдущих, предыдущих созывов созывах, да да, изучали, да. А, решали возможно ли восстановить тот томограф который у нас был к сожалению он сожалению, уже нет да да не может быть даже фирмы это уже не существует А да, он из прошлого тот томограф да. из прошлого я считаю что если этот томограф появится должна быть возможность использовать его в том числе и для людей которые из окружающих поселений ну, согласен, будут да, он, получать он должен работать платные горы, услуги. Да, да. Такой прибор все-таки э, довольно-таки существенно поднимает статус медицинского учреждения, позволяет оказывать услуги, в том числе да. платные. Да, да, да. Э, и у нас сейчас люди ездят э, в Чернигов. Чернигов центр и Тесла, и другие. Да, да. То есть, если этот томограф будет по своим характеристикам э, хорош, будет специалист, который расшифровывает его показания. Я думаю, что словучане будут ездить не в Чернигов, а будут пользоваться нашим прибором. То есть это вполне реально. То есть Рынок к словучанам. это существует, этим услуг. Да. да. Нет, я к тому, что вот у меня как бы пополнил ну, этот вопрос, можем ли мы собрать деньги, потому что деньги это большие. Вот как обратиться к словучанам, что это? Я знаю, что комментарии есть в интернете, что почему государство о нас не заботится. Александр Алексеевич, в вопросе сбора денег вы прекрасно знаете, что всегда с этим возникали проблемы. Даже более простые вещи вроде домофона, ну да, да, даже <BILLY> на уровне <packagedAUDIO> подъезда. Вы вспоминаете, yeah. как вы у себя, допустим, собирали? То есть, представляете, да? Поэтому. Então... Сейчас попытаться оценить саму возможность, как мы сможем собрать или не сможем, я даже не буду пытаться этого сделать. Вы считаете, что это почти утопично, да, судя по вашим? Это сложно. Это сложно. Это сложно. В этом направлении я понял вас, что можно, но сложно. Хорошо, а? на внеочередной сессии, которая проходила вот последняя, мне показалось, что вот нашим восьми как бы партийным командам удалось найти общий язык, и мы сработали, вы сработали очень хорошо и разработали достаточно ну хорошее требование и к Кабмину и к Верховной Раде и к президенту я знаю что требования уже эти переданы уже Магеревская Смоглюк уже она их получила вот это что получается что вы можете объединяться или вопрос слишком такой был э, мощный столько людей собрало подписи что это вас объединило конечно это и серьезный вопрос э, который э, Объединил у нас или нет, можно сказать о том, что часть политических сил ну, там, да, сделала такие... обращение от себя, при том, что наша сила предлагала сделать это обращение на несколько дней раньше, но никто не выразил желания. Мы уже не стали как говорят, тянуть одеяло на себя, да, когда появилось обращение от партии. Самое главное, чтобы это все пошло на пользу Словочина. В данном случае вот мне понравилось, что вы объединились, что вы подтвердите, ну, скажем, на прошлом созыве было не так часто. То есть всегда были какие-то разночтения и Согласен, вопросы большинство решались, ну, как бы 50-50, либо рядом. Хорошо, вы командный игрок, или вы, точнее, вы командный игрок, прислушивайтесь к мнению своих однопартийцев, или ваша точка зрения непоколебима. Вот, вот вы решили, что так, и чтобы вам партия не говорила, вы говорите, нет, будет так, с моей точки. Есть определенные вопросы, в которых я все-таки буду настаивать на своем. В вопросах, которые не касаются принципиальности, да? То есть у меня вот есть позиция насчет частной собственности, приватизации. Вот это для меня вопрос принципиальный. Да. Все остальное я готов прислушиваться. К мнению других. Да. А вы вообще умеете находить компромиссы и в жизни, и в работе? Вообще вы категоричны? Мне сложно оценивать себя. Со стороны. Да. Понятно. Хорошо, вот теперь давайте вернемся к тому вопросу, который мы практически начали отвечать в начале нашего разговора, о том, что на выборы пришло слишком мало людей, 35,7% избирателей. С вашей точки зрения, способны ли депутаты повлиять, чтобы на следующие выборы, там, через 5 лет, пришло больше людей голосовать, ну, хотя бы за местных депутатов, за местные выборы? Я понимаю, что уровень, скажем, президентский, он в основном от нас не зависит, это как там наверху сработают. А вот для того, чтобы хотя бы на местные выборы приходило до 50% это реально от вас это зависит здесь зависит от того насколько будет э, избиратель заинтересован в том чтобы был избран определенный депутат то есть в таком случае возможно что избиратели отложат свои дела и все-таки придут на выборы а это зависит конечно от самого депутата насколько он будет заинтересован в проблемах жителей насколько он будет э, пытаться их решить а Вообще вам не кажется, что вот в таких городах, как Славутич, несмотря на то, что мы голосовали по партийным принципам, мне кажется, что все-таки здесь надо голосовать было бы за личности. То есть вот мы знаем там Иванов, условно говоря, там Сидоров, нормальный человек, там помогает, там что-то делает. Вот, я знаю, некоторые депутаты там у себя в домах там помогают и удешевляют электроэнергию, как-то что-то делают. Вот за этих бы и голосовать. А вот за партии все-таки вот в таких вот маленьких городах, наверное... Ну мне кажется, что мы еще не доросли. Я понимаю, Чернигов, Киев, там Днепропетровск, там да, там всех людей не знаем. А вот у нас все-таки за личности было бы лучше. Ну, дело в том, что это как раз вот есть те европейские ценности, которые нам э, прививают сверху, поэтому повлиять мы на них точно не повлияем. Э, мало того, э, в Европе количество партий, которые могут пройти, даже приступить к выборам, намного ограничено для того как раз, чтобы снизить бюджетные затраты. Поэтому э, здесь, я думаю, мы ничего с вами не поменяем. Ну, в Европе вообще голосование очень сложно относится. Там такое понятие, как 50%, это на уровне фантастики. Вот, поэтому как бы, в этом смысле за Европой нам гоняться не стоит. Хорошо, и, пожалуй, наверное, последний вопрос. Пять лет пролетят незаметно. Вы составили для себя план, что вот за эти пять лет я должен сделать вот это, вот это, вот это, попытаться решить эту проблему, ну, чтобы вот перед выборами сказать, работает депутата Нестеренко доволен. Есть что вспомнить, есть чем гордиться. А вот здесь как раз, возвращаясь к предыдущему ага. предложению да. о командной работе, да? да, то есть у нас есть группа, мы объединились еще на этапе выборов, угу. мы работали часть в предыдущем созыве, да. то есть у нас есть совместные Проект. решения, проекты, угу. которые мы постараемся реализовать. Что из них получится? будет в нашем отчете. Понятно. Ну, скажем, вы оптимист, мне понравилось, вы оптимистически смотрите на жизнь. Ну и несмотря на то, что уже как бы трижды, по-моему, были депутатом, все равно еще не потеряли оптимизма. Спасибо вам за разговор, за сегодняшний разговор. Я думаю, что это было интересно телезрителям. Напоминаю, мы беседовали с Нестеренко Дмитрием Анатольевичем, депутатом городского совета, нынешним депутатом. Спасибо за беседу. Спасибо, Александр Алексеевич.